Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать коллаж в PowerPoint. Заходим в SlideMaster. Убираем слайд, удаляем ненужные элементы. Заходим в Insert Placeholder. Вставляем фреймы для картинок. Копируем их, Ctrl-C, Ctrl-V. Делаем их нужного размера и нужного количества для вашего макета. Я выбрал вот такого вида макет. Все, он готов. Выходим. Кликаем правой кнопкой. Выбираем наш макет. Вот он. Кликаем все едино. Выбираем фотографии. Я заранее их подготовил для себя. Так. С помощью функции Crop можете выбрать тот или иной фрагмент фотографии. Даем обводку. Коллаж готов. Для дополнительной информации обращайтесь на сайт www.artmader.com. Спасибо.